В Алматы продолжается масштабная кампания по установке датчиков угарного газа во избежание несчастных случаев во время пожаров. В рамках месячника пожарной безопасности сотрудниками департамента по ЧС провели обход 500 частных домов в микрорайоне Альмирек Турсибского района. Владельцам жилых строений разъяснили правила эксплуатации печей на твердом топливе. В основном были охвачены те жилые объекты, в которых живут неблагополучные семьи. Жителям раздали 500 корешков уведомлений и памяток с полезной информацией. Подобные рейдовые мероприятия планируются проводить до конца отопительного сезона, который продлится до 15 апреля. В ходе обхода был выявлен случай многодетная семья с нарушениями печного отопления. И в ходе обхода был установлен датчик угарного газа и вручены памятки.